Всем привет, мои хорошие! Сегодня очередная наша любимая мотивашечка. Сегодня мы будем убирать опять на первом этаже. Вы, наверное, подумали, да сколько можно, постоянно убираешь, убираешь. Да, постоянно приходится убирать, потому что у меня 3 рабочих дня. И в эти 3 рабочих дня я как-то, ну, особо не убираюсь, не заморачиваюсь. Прихожу с работы, посуду только помыла быстренько. Попила кофе или чай и пошла спать. Вот. Ложусь я спать очень рано. Мы с Дианкой ложимся рано спать, потому что, ну, такие вот мы рано ложимся и поздно с ней встаем. Да, Дианка? Все, хочу для вас снять свое утро. Видите, мы сегодня накрашены. Так, покажи, какие мы сегодня красивые. Кто считает то, что мы сегодня красивые, должны постоянно выходить в эфир. Такие красавицы. Дианка, видите, конопушечки нарисовала. Несколько влогов вам сняла. Вот. Я сегодня тоже накрасилась. Вот такая вот я. Стрелочки нарисовала. И теперь, такая красивая, буду с вами прибираться. На втором этаже я частично убралась. Буду убираться здесь. Нужно нам помыть кастрюлю, которая стояла 4 дня. Вся закисла, сейчас я ее все вылила, и надо ее помыть. Раковину помыть. А, прибраться вот здесь вот, где у нас вода, потому что здесь от печки постоянная сажа, глина, мусор. Надо прибраться. Нужно нам помыть плиту. Моем плиту. Сковородку. Здесь тоже нужно попылесосить все. Хочу показать, что мы сделали на этой неделе. На этой неделе мы частично утеплили вот эту вот стену возле окон, потому что оттуда очень сильно дует. Может, сегодня утеплим вот тут наверху. Вот. А выходные планируем, не знаю, у нас дрова заканчиваются или дровами займемся. Или будем вот снимать батарею и за батареями утеплять. Вот. И также мы разобрали вот здесь. Вот тоже разобрали. Вот у нас кирпич. И будем утеплять эту стену. И потом нужно думать, что делать вот с этой частью. Вот. А где кухня, там уже, наверное, в последнюю очередь все останется. Потому что кухню мы будем убирать, все мы будем убирать. Вот. Так что вот такие вот пироги. Сейчас мы убираемся. Ой, господи, Дианка, бардачок. Чего вы такие шарики нашли? Шарики вот такие вот нашли. Один улетел. Да. Пчела вечером. Так что... На небо. Да. Начинаем убираться. Я приступаю к уборке. Вам приятного просмотра. Ставьте пальчики вверх. Нажимайте на бубенчик. И не забывайте... На красную кнопочку. Нажать. Не забывайте подписаться, потому что нам это очень приятно. И нас это, как вы знаете, мотивирует на новое видео. На новое видео! What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do. For reasons unknown,
inside. It's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, and I'm fighting no fears. Still there's a hole in my heart. I'm wasting no time, I'm losing my life. Here till the day I depart. Don't know what's wrong. Me feel so fine.
Love, 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 love
Пятерочки дают каваи. Покажи, какие у тебя. У меня есть. Другой. Мама села на нее. Вот, у меня есть. Вот так вот покажи. У меня есть это. Одного только нет, вот да? Этого. Все есть, у нас почти вся коллекция, одного только нет. До 25 ноября в Пятерочке от 600 рублей, да, от 600 рублей дают одного вот такого вот. Скрипыша. Это не скрипыш, это каваи. Ни одного! Друзья каваи, собери коллекцию друзей каваи. И в этом нету угадал, Тёмин. Да, давай посмотрим, какие они интересные. А что с них можно сделать? Расскажешь? Браслетики. Покажи собачки, дай косточки. Тихо, господи, выпустить ее немножко, чтобы хоть побегала. Кошмар, мне сегодня даже некогда ее выгулять. Она у нас такая порося стала. Начала убегать к соседям. Нормально тут? Смотри на телевых. Пущу ее, правда, закрою. Все-таки не убежит никуда. Смотри. Ой, девчонки, мальчишки, сейчас я вам покажу, как я хожу по улице. Такой холод. Люди с ума сойдут, скажут, вот ненормально. Куда пошла? Вот я какая. Да, в халате. Вместо пальто надо закрыть. Ой-ой-ой. Лежит. Убегала. Вот у нас под воротами там. Кошмар. Некоторые, наверное, думают, ты что, заболели? Да нет, мы за эти 4 года. Вы не поверите, мы так закаленные такие стали. На улице сегодня тепло, всего лишь минус 5. Так что, ну я в обуви, вот в галошах в таких. Халате. В галошах. Бешенки. Иду подкидывать. Сейчас вам покажу. Подкидываю дрова, иду. Ой, похоже.